Всем привет, дорогие друзья, Миха Бруклин. Снимаю видео специально для подписчиков элитнейшего канала в Телеграме. Вот, смотрите, такой вот подарок получил от одного челика, которому помог заменить диск в компьютере, но недавно, и переустановил винду. Он, зная о том, что я немного балуюсь сигаретами, если что, я не курю, я 17 лет как бросил курить, и если кто-то курит, то вам тоже советую это бросить, даже если вы вейперите, все это вредно, и вейп вреден, и сигареты, и лайт, вот это написано, что они якобы легкие сигареты, никакого легкого здесь ничего нет, это просто табак специально обрабатывает, так же, как и вейп. Тоже там это все химикаты, канцерогены, все присутствуют. Поэтому не курите, если кто курит, старайтесь как можно быстрее бросить это говно. Я балуюсь, да, я балуюсь. Я могу там взять пачку парламента и скурить ее за целый день. Такое есть. А потом месяц не курить вообще. Ну, это, конечно, плохо, но с другой стороны, раньше вообще по пачке в день курил. Но речь не об этом, друзья. Посмотрите на этот блок сигарет. Собственно говоря, в этой упаковке 200 сигарет. Производятся они в индийской резервации, которая находится в Нью-Йорке между Канадой и США. Вот, продаются они только там, это легально, любой человек может поехать туда, купить для себя, для своих близких, привезти, но, естественно, только не на перепродажу. Вот, а так все это продается в свободном доступе, налога, естественно, никто ничего не платит. Этот блок сигарет стоит от 15 до 18 долларов, чтобы вы понимали, $1.50 пачка, приблизительно, $1.50 пачка. Помните, я вам рассказывал, парламент здесь стоит, самая минимальная цена парламента, это $11. Но иногда в некоторых магазинах продают за 17.50, то есть $18 пачка парламента. Тут за $18 целый блок. Но блок необычный. Смотрите, он в таком пакете набит, наверное, руками, что ли, его набивают. Смотрите, там сигареты лежат одна к одной, и написано, что 200+, то есть их даже никто не считает. Видите, 200+ сигарет. Их никто не считает. Может быть, 220, там, может, 207 сигарет. Вот сколько набилось в этот пакет, столько и набилось. Вот, никаких штрих-кодов, естественно, нету ничего. То есть это как дьюти-фри считается, вот эти сигареты. А с этими сигаретами дают с каждым блоком вот такую вот зажигалку. Вот, бесплатно, халява, прикиньте. То есть, сигарета $1.50 пачка, еще и зажигалку дают. Это вообще, конечно. Вот, ну, опять же, вы знаете, что я не курящий человек. И поэтому я завтра отнесу эти сигареты одному знакомому, который курит ПКД. Я думаю, что он будет доволен. Вот, сигарету я одну попробовал. Она мягкая, напоминает парламент. Я не помню, сказала в этом видео, нет. В общем, одну сигаретку я скурил, достал оттуда. Да, она очень сильно напоминает парламент. Ну, такая вот. Это не красная Мальборо, не жесткий такой табак, но все равно то еще говно. Ой, короче говоря, вот $15-18. Да лучше бы бабками бы дали. Я пошел бы мороженого купил, что ли, там, или тархун. Не, и то тоже вредно. Вот, в общем-то, вот такие вот здесь дела. Впервые вижу такие блоки сигарет. Посмотрите, как они там выглядят. Вообще ни разу, вот сколько здесь живу, ни разу не видел вот таких вот сигарет. Ну что, ребят, если понравится такой обзор сигарет, ставьте лайки, подписывайтесь на канал в телеге. Хотя уже наверняка вы подписаны. Ну, расскажите об этом канале своим знакомым, друзьям. Всем пока. Друзья, не курите. Не курите вот это вот дерьмо. Не надо. Не надо это курить. Всем пока.